Hey, okay, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру под названием The Messengers. Как вы поняли, я вернулся немного... Ой-ой. Чёрт. Немного не так сыграл, ладно. Нужно вернуть каменного голема сверху. Вот этого вот. Чтобы он не кинул камешек. Знаете, почему я здесь сейчас, в этом гроте нахожусь? Здесь был, помните, проход, который я не мог пройти? Из-за того, что там, типа, нам закрывала область. А я вот сейчас думаю, а что, если мы сейчас вот сможем это сделать? Единственная только проблема в том, что я не знаю, как мне туда вернуться. Это единственный минус. Как мне забраться наверх? Хотя стоять. Обходом. Ну, можно попытаться. А ну. Не получится. А, стоять, получится. Что, обману я вас. Не получится. Блин. Нужно такой угол подогнать, чтобы я ударил мечом по нему. Во. Да, это жестко. Но это так нужно делать. Ой, блин, они через эти еще падают. Иного пути у меня нету, чтобы попасть туда. Ладно, отхилились. Ай, ёлки-палки. Ой, давайте я через... Да, вот это вот плохо вышло. Если б я там не накоцался... Ай-яй-яй. Блин, мне бы как-то это сделать. Блин, тихо. Подбери теперь угол, попробуй. Здесь нужно играть сейчас без получения урона пытаться. Сложно. Сложно, сложно, сложно. Ух. Тихо. Ух.
Так, теперь нам нужно спуститься. Я не знаю, как я сейчас. Да, вот это жестко было. Главное, там нужно все рассчитать по хп. No хп, no life. No хп, no life. Ну, дальше не должно, я думаю, у меня жопогорение вызвать. Ладно, вызвала. Гомнюк, во! Во это место, вот оно, но. Так, сохраняемся. И погнали. Да уж. Да, это вниз у нас куда-то показалось. Ладно. Путь. Нифига себе. О, тихо, у нас открылось новое. Новое пространство. Тут почему-то я все равно в одном месте, считай, булькаюсь. Тут тоже, да, они есть. А это одна целая, хорошо. Не понимаю, где разница, то, что я спускаюсь, поднимаюсь. Меняется ли что-то? Но я по музыке ориентируюсь. Это не точно. Сложечно. Может, нужно реально по музыке как-то ориентироваться? Я спуститься не могу вниз. Что это за ерунда? Давай вверх. Вот, я вниз спустился и все. А как мне ниже еще спускаться? Да уж. Но я как-то спустился вниз. Изначально. Ира, может, серьезно по музыке нужно? Хорошо, допустим, это у нас центр, да? Давайте вниз. Вниз это вот. Теперь сюда пойдем. Ниже. Как мне запоминать, куда мне идти? Ух.
Это я на выход вернулся. А как мне туда попасть? Я просто вернулся обратно. И главное, что они все показывают наверх. Хорошо, это вниз, допустим. Так, локация. Где же? А, я вернулся в начало, да? Я не понимаю. Я заблудился. Может, как-то по камням нужно смотреть. Это уже другое вообще место. Вот на лабиринт. Тоже звук, допустим, непонятно в воде происходит. Он есть, то его нет. Как мне спуститься вниз? Мне делать? Я здесь уже спускался. Мне хотя бы порядок нужно узнать. Пуска. Окей, по карте. Вряд ли я что-то пойму по карте. Просто как будто по кругу хожу туда-сюда. Кристаллы. Сюда идут кристаллы. Тут везде идут кристаллы. Может, мне по кристаллам нужно идти? Тогда сюда. Наверх. Сюда. Вниз. Чисто прямо тоже не выйдет. Окей, давайте я найду видосик и тогда продолжим.
Так, народ, я, короче, посмотрел, что нам нужно делать дальше. По сути, да, нам нужно было просто плыть на музыку. На музыку. Попробую еще поплыть. Ну, слышите, вот она играет. Тихо, нет. Так, вниз. О, звук куда? Это значит, я правильно иду? Штяк. Нет. О, все, да, мы выплыли. Наконец-то. У нас еще с вами есть, в принципе, 14 минут, то давайте что-то делать. Что-то да и делать. Наконец-то мы приплыли. Храм. Неужели? Последний портал открылся. Ништяк. Ништяк. Так, запертые вратами излучает странную энергию в духе гнезда. Похоже, не хватает украшений. Украшений имеется в виду... Каких, блин, так? Наверх можно попасть. Ого. Давайте сначала сверху, да, начнем. Ой. Новые враги у нас. Новая вражина. Все увидел. Минус. А успею я за один заход? Не хочу проверять. Ух! Я никто не предупреждал насчет пил. Ладно. Хотя бы меня не ваншотнуло. Хотя бы не ваншотнуло. Ой, там медхил есть. Может пойти на отхил? А, так тут можно было... А, черт. Давай. Побежим. Почти достал. Почти достал. Так, что это за место? Хотя бы нужно пойти спросить у нашего. Ой. Тебе что-нибудь нужно? Да, чатик. Текущая локация. Это место кажется таким древним. О, ты заметил? Мы точно не знаем, чем на самом деле является затонувшее святилище. Помимо того, что это развалины культового сооружения давно забытой религии. Пророк считает, что это построение для поколения легендарных героев, вознесшихся на небеса, чтобы стать богами-хранителями. Ого. Безумие, да? Ну, разве кто-то может стать богом? В результате случая... В любом случае, сейчас святилище покоится на дне моря. Но, похоже, его сила имеет какое-то отношение к звездам. В общем, если наши расчеты верны, где-то здесь ты можешь найти ноту. Так о чем это мы? Ни о чем. Идем. До свидос. Пойдемте за нотой.
Ага, стоять. Я понял. Хлып, 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 хлып. Пел. Так. Я могу спустить... У меня два варианта. Но я, как... Но я выберу... Тот, о котором я сейчас думаю. Надо, меня там убивает. Отлично. Знак силы получен. Тихо, не спешим. Да ладно. Илыч. Так, а что здесь у нас? Ничего, да? Ай. Интересно, с каких ты раз сдохнешь? Так, портал. Ого, а здесь воды у нас, оказывается, вообще нету. Так, я правильно хотя бы иду? Да, я иду правильно. Ваншот. О, ботинки. А, ты получил таби легкого шага. Теперь ты можешь бегать по поверхностям жидкости. Удерживай клавишу X для не... Вау. А я теперь Хокаге, ребята, я ниндзя, я из... скрытого леса. Теперь что мы можем сделать? Мы можем пойти по лаве и спасти того чувачка. Вот, вот так-то. Но сначала нужно закончить эту локацию. Ай. Не понял, стоять. А, все. Так, не, вот это на самом деле немножко сложновато. Да, есть у меня спуск вниз. Так, теперь у меня влево и право. Пойдем, конечно же, мы налево, потому что там дорога поменьше. Немного не понимаю механику. Когда на раб... А, ну короче, когда я до воды еще не касаюсь, да? Не, я так пальцы сломаю. Так, я пальцы сломаю. А, мне туда обязательно, да, походу нужно? Хотя, ладно. У меня быстрое перемещение, плюс я не замедляюсь, поэтому как-то так. Ух, конец вам. Так, а хил можно? Ух.
Так, раз. Ай-яй-яй, я ломать не могу под водой. Так, а теперь нужно вернуться. Готово. Да, ёлки! Ниндзя. Я просто ниндзя. Так, течение нас ведет туда, проход. Две развилки. Мы пойдем в ту, куда я могу пойти. Ай-яй-яй. Вот как тут можно не сломать пальцы? Фу. Получен. Медальончик силы. Так, так я же спускался туда не ради только него. Или это другой проход? А, не знаю, все, я сдох. Как раз вовремя, это была моя очередная Так, ладно. Можно как вариант пройти только сюда. У меня вариантов нет. Ай-яй. Ух. Тихо. Отлично. Ну, деньги мне уже не нужны, поэтому посрать. Что это? Ты получил солнечный гребень. Может быть, они имеют какое-то отношение к запертой двери с двумя пустыми гнездами за затонувшим святилищем. Да, именно так, почему бы нет. Так, похоже, он имеет какое-то отношение, понятненько. Ил. Один готов. Солнце есть, солнечный гребень на месте, но второго не знаю пока. Второй гребень это у нас с вами этот. Как он называется? Луна. А, давайте, короче, на этом закончим, поэтому всем спасибо. А, точно. Я еще кое-что вспомнил. Нам нужно с вами будет отнести чертополох силы нашим троллям, которые находятся на горе огненной. Поэтому... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.